пришила, Адама прельстила. А Еве мотыгу, Адаму лопату. А Еве мотыгу, Адаму лопату. Идите, придите, идите, бредите на новую землю. Мы с небес на землю. Мы сегодня сами у себя на разогреве.
Начали мы со свадебной песни и продолжим, попоем песню о любви. Следующая песня так и называется «Песня про любовь». Поется всегда. Жизнерадостная песня из нашего репертуара. Это песня из Курской области, называется она «Купчик». Едешь, и не
Следующая песня является собой, по заветам классиков, замес французского с нижегородским, а точнее бретонского с белгородским. Что-то ты рано пришла. Прячься! Слышала бретонское и вышла. Ну вот, мы продали наш рояль в кустах заранее. Но мы еще попоем пока без Тины. Это у нас, ну, чтобы вы подольше с нами посидели. Ну и так, замешали мы такой бретонский танец Андро с традиционной белгородской песней. Вот что получилось. Когда, знаете, когда мама оставляет ребенка с пластинкой, поставила ему сказку на ночь, знаете, да, вот те, кому пластинки-то в детстве ставили, уходит, приходит, слышит крик так, говорит, хочу, хочу, хочу. Выходит, говорит, деточка, хочешь, я расскажу тебе сказку? Деточка, хочешь, я расскажу тебе сказку? Деточка, хочешь, я расскажу тебе сказку? Так вот, деточки, сейчас мы вам расскажем сказку. О том, как жила-была бабка Евдокия,
Заснула она как-то. На масленицу было блинами обожравшись, и приснился ей тяжелый масленичный сон. Как сидит она у окна, а мимо окна котище идет, огромный, глаза зеленющие, уши огромнющие, и ползет эта скотина прямо к ней в погреб. Отличается жизнерадостностью и любовью к ближним. Вот мы начнем с одной из наиболее жизнерадостных наших песен, рассказывающих о... которая называется «Горе». Но на самом деле в народной традиции горе это не имело такого трагического оттенка, как сейчас. Да? Мы горе горюем, а вообще горе горевали, жизнь вместе прожили, горе горевали. То есть горе горевать, в принципе, было синонимом жизни. Как я понимаю, и семейный в первую очередь. Вот. Когда
теперь две веселые песни о семейной жизни. Они как-то логически продолжают одна другую. Патологически продолжают одна другую. Первый называется «Девятое лето». Гоголёчек и рассказывает, ну вдруг будет непонятно, о том, как одна любящая жена готовила любимому мужу кисель. Пока она готовила, он умер. Как часто случается в нашей жизни, мужья не могут дождаться ужина, правильно? Thank you.
теперь мы хотели бы позвать рояль из кустов. Тина! Тина Кузнецова! Мы так и знали, что это все закончится. Снегурочка! Что там у нас? Лучше не будет. Погромче. Гусельки там. Ша. Можно гусельки нам? На людей.
А сделайте мне, пожалуйста, варежку погромче в монитор. Немножечко варежку. Варежку сделайте мне погромче, не слышу. Больше не понадобится. Обычно песню, которую сейчас собираюсь петь, я исполняю уже где-то, наверное, год с оркестром, до этого со своей группой «Звента Свинтана». Сегодня мне предстоит ее спеть. Ну, в общем, я даже не знаю, как ее спеть, и капельно, то ли немножко клавиш делать. Стороною дождь. То ли сидя, то ли стоя. Лежа. Лежа. Попробуй, если что. Вообще, началось с того, что я звоню тебе, не говорю, хочешь попоем этнографию? В конечном счете, пару песен совсем вот сами вдвоем попробуем мы сейчас исполнить практически в этнографическом виде. Сейчас мы споем песню, это Брянская область, село Верещаки. Ой. Как настроение? Вы как-то так... Тихонько так сидите. Все здорово? Да. Отлично. Как в детском саду. Ну, это чтобы нас, понимаете, вот на сцене всегда меняется чувство времени, пространство и высоты, чтобы справиться с тем, что мы вдруг случайно сами зададим. Хорошо. Самое то по каменю, каменю то конь лен топча лен. Лёшки лёли, каменю то конь лен топча лен.
Поется раз в году, она поется на Троицу, это обрядовая песня, и называется она «Вселиственный мой венок». А вот можно я расскажу историю, может, она такая не совсем в тему? Я была как-то в Черногории с мамой, и мы пошли на Троицу, ранехонько встали в храм, и мне очень впечатлило, чего я не видела раньше у нас в России, там собирают... Принято собирать цветы, такие горные, очень ароматные, чем-то, во многом, вернее, похожи на полынь. И устилают пол храма этими цветами. Духмян просто потрясающий. Так вот, мы выходим из храма, и там местные цыгане с протянутой рукой. Их там много действительно в городе Тилот, ну, около церкви, как обычно. И моя мама такая интеллигентная дама, говорит... Мы не подаем. Я говорю, мам, конечно, они тебя поняли. Но это было так трогательно. Мы не подаем. Я тогда вообще говорю, мам, почему мы не подаем? Правильно, подаем. Травку из храма. А, тогда я расскажу историю о том, что вообще-то эту песню я когда-то... Ну, ее не только мы записывали, ее много кто записал, но и я когда-то ездила в экспедицию, мне было 13 лет, я, к сожалению, не так часто ездила, но вот с мамой мы ездили в экспедицию в Белгородскую область, в село Подсередня, где эта песня была записана, мы были там непосредственно на Троицу. Нас бабушки вначале отвели в лог, ну, вот этот, во враг, да, где росла трава, и долго показывали, какую надо собирать травку для венка, а какую нельзя собирать травку для венка. Мы набрали такие пучки травы с ними, утром пошли на службу, отстояли всю службу с венками, и в момент, когда читаются три длинных молитвы, специальные на Троицу, то во время первой молитвы травку раскладывают, во время второй молитвы травку завивают, а во время третьей молитвы этот венок уже кладут завитый, кладут на голову и слушают с этим венком на голове. И вот про этот вселиственный вот венок, тот самый, который вьется на Троицу, вот непосредственно в этом селе Подсередне, мы сейчас споем. Thank you.
продолжаем тему о счастливой любви. Я обещала, больше не будет. Это не о ней. Песня называется «Колечко».
свадебная песня. Ай, поля, поля, дай поляне, песню, которая называется «Жена мужа не любила», собственно, со страшными словами, но вообще она не буквально должна восприниматься. Мне, значит, такую версию выдвинули, что это календарная посевная песня, и ее смысл, естественно, как и всех песен, имеет сакральную нагрузку. То есть, вот, собственно, смерть, за которой идет воскресение, в перерождение чего? Всего. Всего. Всех нас, конечно, ждет. Посевная. Ну вот, да. Зернышко похоронили, оно и взросло. Так, а здесь что, без тональности? Не может быть песни без тональности. Почему? Легко.
могу сидеть. Жена може, жена може не любила, жена може не любила. Взяла травушку купила, взяла травушку купила. Профессиональная помощь в этом вопросе. Я давно мечтала, чтобы в этой песне было наконец-то классное соло. Вот. Сейчас мы на двоих ее и поделим. А мы продолжаем семейную тему. Задумал старый день, нет, в другой раз женись.
кстати, давайте все вместе походим, потанцуем. Сейчас будет энергичный танец. Давайте потанцуем. Скажите, вот у кого сегодня голова болит? И вот у нас с вами тоже сегодня. Уже прошло. Продолжим страданиями. Сейчас мы только подождем, чтобы вы не страдали сейчас. По-моему, не так слышно более-менее. Сразу хотим предупредить, что в словах не полечка, а болечка. Это иногда случай, если у нас дикция непонятна на последних рядах. Я любила тебя, болечка. Это значит Боля, Дроля. Он же. Не Боря, да, и не Поля. А то нас тут заподозрили. Меня да. Ooh, 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 ooh.
Не для того.
танцуй, Варварушка. Хочешь потанцевать с косой или со мной? Вообще со всеми. Сюрприз сейчас будет. Я подальше отойду.
вам сейчас придется по второму разу все слушать. Колечко. Правильно, исправим то, что получилось. Хорошая, да? А может, все-таки страдания, они у нас лучше выходят. Чего-чего? Да. Тогда мы в начале стены. О, вечер увеличивается. Да, ветер перестает быть толстым. Ну что, давай, страдания. Так, микрофон. Уходит, он уходит. Микрофон уже ушел, а вы нас вызвали. Помогите, пожалуйста. Ooh.
что они тоже полюбили. Они говорят, не надо, в следующий раз приходите. Приходите 24-го, господи, чего? Июня. Июня в клуб «Шаги». Мы там будем повторять программу «Небыличку в личке». Поэтому и байки потравим, и «Ходила б я плакала» споем. Слушайте нас на Ютубе. Пока.